На четвертых пляжных азиатских играх в Таиланде казахстанские скалолазы выиграли несколько медалей. Лидеры сборной Тамара Кузнецова и Ришат Хаубулин выиграли по две награды. Асель Марленова стала серебряным призером турнира. У нас было два восхождения скорости, то есть это индивидуальное, то есть каждый за себя, и командное, три девочки или три мальчика. Вот. И в индивидуальном у меня первая, получается, я стала чемпионкой, и в команде третья. У нас Хайбулин и Ришат в индивидуальном третье место, а в командное они взяли первое место, мальчики у нас, вот, хорошо пробежали.